По официальным данным, Аполлон-17 был последним лунным кораблем с человеческим экипажем на борту. В последующие годы появлялась неподтвержденная информация о 18-м запуске. Доказательства этого факта не были обнаружены. До сегодняшнего дня. Следующая запись представлена без изменений. Приготовиться к посадке. Понял. Начать спуск. Ну что, поехали, Бен, готов? Конечно. Давно я этого ждал. Она прекрасна. Только 12 человек до нас ее видели. День первый, отчет для Минобороны. Такое надо снять. Он говорит, что никогда не храпит во сне? Теперь есть улики. Хьюстон, получаете данные с датчика движения? Видишь? Да. Продолжаются необъяснимые сбои аппаратуры. Смотрите, флаг исчез. Следы не наши. Уходят в сторону от нашего сектора. Идут какие-то помехи. Никогда не слышал ничего подобного. Запись повреждена, изображение и звук отсутствует. Первоочередная задача — восстановить связь, иначе домой нам не вернуться. Какого черта? Изоляция корпуса повреждена. Тут что-то шевелится. Внутри скафандра. Нейт! Нейт! Что там произошло? Инфекция распространяется. Стой! Нейт, а ну успокойся! Этой весной... Аполлон-18 на связи, прием! Воздух кончается. Пожалуйста, ответьте! Снаружи кто-то есть. Вы узнаете. Открой люк. Боже! Почему американцы больше не летали на Луну? Аполлон-18. Скоро в кинотеатрах.